Сотрудники почтовых отделений городского округа Люберцы прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. 25 человек посетили прививочный пункт во главе с руководителем Люберецкого почтамта Евгением Егоренковым. На сегодняшний день уже около 800 представителей организации завершили весь процесс иммунизации. А это 74% от общего количества сотрудников. Мы работаем с населением, непосредственно в каждый дом входим, в каждый дом принимаем участие. Также работаем на бэк-зоне, которая приходит к нам люди. Безопасность должна быть прежде всего. И наши сотрудники в первых рядах должны пройти вакцинацию, чтобы обеспечить безопасность и коллективного иммунитета, который должен быть на предприятии. Согласно всем постановлениям санитарного врача и предписаниям Роспотребнадзора. Мы четко их выполняем. Напомню, сделать прививку от COVID-19 можно во всех поликлинических отделениях. Кроме того, в городском округе открыто 10 стационарных пунктов вакцинации. Адреса и график работы размещены на сайтах администрации и Люберецкой областной больницы, а также в социальных сетях.